Здравствуйте, добрый вечер, уважаемая команда. Сейчас мы проведем планерку, так как началась сегодня вторая неделя каталога номер 8, и нам очень важно проанализировать результаты первой недели и поставить очень четкие цели на вторую неделю каталога, потому что без четкого планирования и понимания, что же нужно делать для эффективной работы, конечно же, не будет никакого результата. Согласны со мной? Вот. Поэтому давайте мы проанализируем, что было хорошо, что нужно улучшить. Итак, самый главный, да, показатель – это, конечно, рекрутирование. То есть нужно, чтобы каждую неделю был приток новых консультантов, которые будут делать заказы. Могут быть консультанты, которые заполнили ваши регистрационные формы, но ни разу на Skype даже не вышли на связь. Могут быть консультанты, которые вышли на связь, зарегистрировались, сказали вам привет, но заказ не сделали. Вот. И смотрите, если человек зарегистрировался и в течение, сейчас, да, по акции, которая идет, 72 часов сделал заказ, да, хотя бы свой один заказ на 800 рублей, у него бесплатно прошла регистрация, и он активизировал свой номер. Если человек у нас регистрируется и в течение по акции и не делает ни одного заказа, в течение 2 месяцев или 3 каталогов, то его номер удаляют. Запомните, пожалуйста, это, да? Номер перестает быть активным, вот, не активизируется. Вот. Поэтому очень важно, чтобы ваши новички активизировали свои номера, делая заказы. Когда они регистрируются, они называются стартеры. Как только они сделали хоть небольшой заказик, новички уже называются стартеры. Рекруты, извиняюсь, из стартеров переходят в рекруты и становятся активизированными новичками. И вот я хочу в первую очередь поздравить новичков, которые на первой неделе каталога сделали свой активационный заказ, да, активировали свой номер. Вот. Это консультант Андрей Дрозд, да, который подписался на прошлой неделе и сделал заказ на 28 баллов. В результате регистрация прошла бесплатно. Барабанова Татьяна сделала заказ на 23 балла. И Корякина Ольга 24 балла. Андрей Дрозд у нас из Карелии. Барабанова Татьяна из Астраханской области, Харабали. Корякина Ольга из Иркутской области, город Озерск. Я поздравляю вас, ребята, вы молодцы, у вас хорошее начало, так держать, идти вперед, и вы уже вошли в акцию, добро пожаловать, Арифлейм. Теперь номер, который вам компания присвоила, будет активен для вас в течение 17 каталогов целого года. Я думаю, что за это время вы будете директорами Арифлейм, вы выйдете уже на хороший статус с хорошими доходами, если будете делать все, что вам говорит спонсор. И вы входите, да, в программу, в стартовую «Добро пожаловать в Арифлейм» для новичков, которая заключается в следующем. Вам компания рекомендует, да, всем нашим новичкам, которые подписываются, рекомендует вот эта вот штука такая, рекомендует делать заказ на 100 баллов бонуса. То есть вот вы сделали на 20 с чем-то баллов, вам компания рекомендует до 100 баллов добрать заказа, примерно 4000 рублей по ценам каталога. Если вы набираете в течение 21 дня с момента регистрации заказ на 100 баллов, он суммируется в течение 3 недель, то вы получаете в следующем каталоге эксклюзивную скидку 200 рублей, один продукт с 50% скидкой и продукт в подарок по программе лояльности. И это будет очень хороший старт для вашего бизнеса. Вот, потому что это не обязательное условие, но желательное, потому что вы должны понимать, что мы получаем, да, деньги от товарооборота. И, конечно же, очень важно этот товарооборот делать, вот, со своего личного заказа, либо со своей группы, вот, потому что я считаю, что если мы пришли сюда с серьезными намерениями зарабатывать, вот, то размещение заказа, оно должно быть ежекаталожно, вот, и желательно, конечно, стремиться все программы и акции компании выполнять, и вот для вас, как для новичков компании, вот такую акцию «Добро пожаловать в Арифлейм» предлагает, поэтому если хотите эти преимущества иметь, добро пожаловать. Делайте по 100 баллов и имейте
все эти преимущества. Почему еще выгодно делать 100 баллов? Потому что компания в период каталогов с 8 по 12 2016 года запустила программу «Вау лето». И если вы размещаете заказы на 100 баллов бонуса, это касается уже не только новичков, это касается всех консультантов, то вам компания делает дополнительную скидку 5% от суммы вашего заказа, от потребительской цены. Если вы размещаете заказы на 100 баллов бонуса, на 150 баллов бонуса в каталог, то получаете дополнительную скидку 10%. Это шикарная дополнительная скидка, которая вам будет выплачена в следующем каталоге, да, то есть по итогам работы каталога. Поэтому делая, чем больше вы заказов делаете, тем больше вы получаете вот эту скидку. И плюс, напоминаю, для того, чтобы получить деньги от товарооборота, от вашего товарооборота группы, личного, либо своей группы, то нужно делать 150 баллов, да, бонуса. Вот, либо подписывать, очень хорошо рекрутировать, чтобы каждый каталог у вас в первой линии был один новичок, который стал кюшкой, да, который сделал 100 баллов бонуса. Вот. Поэтому вы сами решаете, новички, да, как вы будете расти, да, насколько быстро. Вот, либо вы будете, да, делать заказы, да, по 20 баллов, и ваши все люди будут делать заказы по 20 баллов. Вот. Но понимаем, что для получения объемной скидки нужно все-таки 150 баллов делать. Вот. И если мы, ну, я так считаю, что мы сюда пришли с серьезными намерениями, мы сюда пришли зарабатывать деньги. Вот. Поэтому лучше, конечно, делать по 100 баллов, да, по 150 баллов, тогда вы гораздо меньшим количеством людей выйдете на уровень директора. Вот. Напоминаю, что у нас, да, есть наш обучающий сайт. И вот кто уже является спонсором, да, мы обязательно должны каждому своему новичку давать ссылку на вот наш обучающий сайт, где новичок должен пройти первые 5 шагов. Это первое действие, которое должен сделать наш новичок. Там простые очень шаги, но они очень важные для активизации аккаунта, для того, чтобы научиться делать первый заказ, да, чтобы первые шаги сделать. И плюс, конечно, создать свою форму для регистрации и блог. Вот если вы новички, то обязательно, если еще не прошли, пройдите свои 5 шагов. Если у вас нет ссылки на этот сайт, вы мне скажите, я вам скину ее, либо ваши спонсоры вам ее скинут. Но это вам нужно обязательно делать. То есть мы должны, да, как спонсоры также, четко понимать, какая система действий, так скажем, у нас существует, чтобы по этой схеме, по этой системе проводить каждого новичка, да, поэтому, когда человек регистрируется, первое, мы даем ему ссылку на наш сайт обучающий, вот, чтобы прошли шаги. Обязательно новичкам мы говорим, чтобы они установили Skype. Skype это, у многих его нету Skype, пусть устанавливают. У нас даже есть ссылки, как установить Skype. Потому что я считаю, что нет Skype, нет бизнеса. Все обучение, все вот эта вот коммуникация, все проходит в Skype. Всегда можно сделать звонок лично консультанту, где бы он ни жил, да, в каком бы регионе он ни жил, бесплатный звонок, пообщаться с человеком, все объяснить подробненько. Вот. И это очень важно, я считаю. Вот поэтому Skype должен быть у каждого новичка. Вот, вот эти вот элементарные первые шаги, конечно же, наши новички должны обязательно делать. И плюс, конечно, посещать презентации, вебинары, да, по расписанию. Каждый день у нас проходят вебинары, потому что нужно обучаться, нужно понимать, нужно вникать в суть бизнеса и понять, что нужно делать. И вот смотрите, как быстро вы будете расти, как быстро вообще в нашем онлайн-проекте можно достичь результата. Вот смотрите,
Вот эта табличка очень четко, да, показывает, что если средний заказ 20 баллов у ваших консультантов, а что такое 20 баллов? Это потребность в косметических средствах для семьи всего на месяц, да, на один каталог, на 3-4 недели. Шампунь, кондиционер, мыло, паста. А если дети, взрослым паста, детям паста, да, гель для душа, какие-то декоративные косметики, не считая wellness, естественно. Вот, то есть, в принципе, такой минимальный заказик. Вот. И мы всегда говорим, что нужно вот определенное количество каталогов не то что подождать, а активно работать, но не ждать, что будет огромные деньги за это. Потому что, вот смотрите, да, вот первые пять каталогов, только выходите на уровень 3%. Вы нарабатываете своих консультантов. Вот, первый каталог работы, второй каталог работы, да, первые пять каталогов работы. Если у вас в группе 2, 4, да, 8, геометрическая прогрессия растет, и каждый делается по 20 баллов, то, соответственно, смотрите, только на пятом каталоге команда сделает 3%, первые 10 долларов вы свои получите за 3 месяца работы. Вот. И не надо поэтому спрашивать спонсора каждый день, когда я получу свою зарплату, когда я получу зарплату свою, да? У нас есть конкретный маркетинг-план, где все объясняется. Вот, где мы еженедельно проводим, да, вебинар по маркетингу, все объясняем. Здесь вкратце я табличку показываю. Вот, и нужно понимать, что это большое количество людей. Смотрите, 5, 6, 7, 8, да, каталоги сотрудничества. Если в геометрической прогрессии у вас увеличивается количество людей, и каждый новичок у вас делает, размещает заказы на 20 баллов, вот только на 8 каталог за 6 месяцев вы выйдете, да, на уровень 12%, 60 долларов получите свои, плюс 3000 дополнительную премию по турборосту. Вот. И когда уже у вас выходите на этот уровень, там уже все это как снежный ком повалилось, да, структура растет, потому что много активных консультантов, которые хотят работать, которые хотят зарабатывать деньги. Вот. И ваш доход, соответственно, да, увеличивается, вы уходите на уровень директора. Вот. Поэтому нужно, конечно же, если мы пришли сюда зарабатывать деньги, чтобы каждый каталог, наши люди делали заказы. Каждый каталог, чтобы люди мылись, пользовались косметикой Oriflame и приглашали людей. И, конечно же, если мы пришли зарабатывать деньги, нужно себе поставить цель. Каждый каталог делает заказ. И тогда и ваши люди тоже будут это делать, потому что вы будете об этом им говорить. Следующий слайд. Ага. И сейчас хочу я сказать, какие у нас проходят акции, сейчас в этом каталоге. Сейчас началась вторая неделя каталога. Еще две недели действует каталог номер 8 до 20 июня. И 20 июня у нас заканчивается акция «Позволь себе больше», когда новички, я уже как вначале говорила, подписываются за бесплатно при условии заказа 800 рублей в течение 72 часов. Если они суммарно делают в течение 21 дня 50 баллов, то в этом же заказе, либо в следующем, могут выписать любой продукт с 50% скидкой, кроме wellness и аксессуаров. И вы, подписывая людей, собираете спонсорские баллы и обмениваете их на замечательные продукты. Вот эта акция 20 июня закончится. Будет ли потом льготная регистрация или не будет, я не знаю. Анонсы акции еще не было. Поэтому успейте подписать своих людей вот в эту акцию. Рекрутируем две недели очень и очень активно. Следующая акция, которая у нас идет, это, конечно же, конференция менеджеров в Анталию 2016. Да, мы говорим постоянно, что компания предлагает поехать бесплатно, да, в Анталию в следующем году. И вот я вывела такие условия для новичков,
тот, кто в четвертом каталоге был от 0 до 9%. Почему именно этот уровень я рассматриваю? Потому что те, кто уже был на 12%, они, конечно, в теме, они уже знают все свои условия, у них есть таблицы на Анталию. Они, конечно же, идут уже по этой акции. Вот. А новички, которые даже сегодня подписались, вы можете включиться в программу, но со следующего каталога после регистрации, выполнив обязательно вот эти условия. Вот. Поэтому послушайте внимательно, какие условия у вас будут. Есть уже, потому что акция уже началась в прошлом каталоге, в седьмом. Вот. И у каждого есть шанс побывать в Анталии с нашей командой. Итак. Если вы в четвертом каталоге 2015 года были на уровне 0,9%, то вам нужно выполнить три условия. Первое. Суммарное количество ваших новичков, ваших командах, которые сделали 100 баллов, стали кюшками, нужно 30 человек набрать. 30 человек, которые станут ку. Минимальное количество. Каждый каталог, вот это очень важно, что каждый каталог вы должны делать 2 квалифицированных рекрута, подписывать. У вас в команде не только лично вами приглашенные люди, но и у вас людей вашей команды в любом поколении 2 квалифицированных рекрута. То есть постоянно приток новых людей. Если вы не выполните хотя бы в одном каталоге это условие, все, вы пролетели мимо акции. И в четвертом и в 15-м каталоге максимум, да, вы должны достичь уровня 15%, даже если вы сейчас новички, и продержать 4 каталога. Более понятно вот в развернутой вот такой табличке. Смотрите, квалификация идет с 7-го каталога по 1-й каталог 2016 года, то есть в результате 12 каталогов компания дает. Каждый каталог, если вы включились в программу с 7-го каталога, вы делаете обязательно по 2 Q, и это получается 24 Q. А суммарно нужно 30 квалифицированных рекрутов. Таким образом, еще 6 Q вы раскидываете по каталогам, да, в какие-то каталоги по 3 Q надо сделать. Если вы включаетесь, соответственно, в 8-м каталоге, вы только приходите как новички, вы включаетесь в поездку в выполнение квалификации только с 9-го каталога. Соответственно, у вас уже не 12 каталогов, а уже 10. Но вам все равно нужно сделать 30 Q, значит, уже по 3 Q, да, вам нужно делать в каталог. Поэтому вот нужно просчитать обязательно и составить собственные таблицы, если вы решили, что вы хотите выполнить эту квалификацию и поехать. Еще такое важное условие. 4 каталога вам нужно удерживать 15%, включая обязательно первый каталог 2016 года. 4 раза вы должны быть на уровне менеджера 15%. И если под вами есть люди, которые тоже хотят в Анталию и выполняют условия, у вас должен быть отрыв как минимум один уровень. То есть если у вас человек идет на Анталию, по условиям выходит на 15%, вы должны выйти как минимум на 18%. Это обязательнейшее условие этой программы. Вот. Поэтому вот хочется сказать, да, по Анталии, если вы решили, что вы будете выполнять условия и хотите в следующем году поехать, то вы мне на электронку или по скайпу напишите, пожалуйста, свое согласие, включение в эту программу, что вы включаетесь, и вы заполните мне таблицу, вот у вас там будет, ну, по вашей таблице я вам сделаю ваш план на Анталию, лично ваш, чтобы у вас был конкретный ежекаталожный план перед глазами, что нужно сделать, это обязательно. Итак, следующее, что идет в 8-м каталоге. Акция «Выгодная покупка». Если вы делаете заказ на 750 рублей в 8-м каталоге, либо сделали в 7-м каталоге всего лишь 750 рублей по ценам каталога, то в 9-м каталоге вы выбираете один из вот таких замечательных подарков, вписываете в заказ 9-го каталога. Внимательно, да? Нужно будет не забыть это сделать. Ну, мы еще напомним. И как мы знаем, началась программа «Вау, лето!». И компания сегодня проанонсировала на вторую неделю замечательную программу для продавцов
и потребителей, и для лидеров, соответственно, тоже, то есть для всех. Отличную новость. Всю эту неделю до воскресенья вы можете выписывать два замечательнейших, шикарнейших продукта. Это крем-мыло, мед-молоко за 39 рублей и ополаскиватель для полости рта за 99 рублей. Ребята, вы посмотрите в каталоге. Мыло Discovery стоит сейчас 49 рублей. Да? Здесь 75 грамм, там мыло 50 грамм, здесь 75 грамм мыла за 39 рублей. Это самое выгодное предложение летом на мыло. А все моются, мыло постоянно заканчивается. И даже сама, мы помним, Клеопатра, да, мы помним это, принимала молочные ванны и наносила на тело мед, потому что издревле мед и молоко, они являются, имеют целебные свойства. Вот, поэтому обязательно выписывайте. Ополаскиватель для рта летом как никогда необходим, да? Он очень хорошо заживляет десна, очищает, освежает полость рта. Вот, поэтому нужно летом хочется свежести везде, да? Поэтому вот он дает в полость рта свежесть и очищение. И такие условия. Вы можете заказать эти продукты в количестве не более 5 штук в своем первом заказе недели, вот этой второй недели. Если вы уже сделали заказ на второй неделе и не включили эти продукты, во втором заказе этой недели вы их уже не можете включить. Это очень четко прописано. Если их нет на складе, они ставятся в резерв. Вот. Поэтому будьте внимательны. Итак, какой же план на вторую неделю восьмого каталога? Во-первых, это активный рекрутинг. Рекрутинг, рекрутируем, рекрутируем и еще раз рекрутируем. Это цель, да, вообще нашего бизнеса. И приглашаем людей на вебинары по рекрутированию, которые мы проводим 4 раза в неделю. Вот, конечно же, включение новичков обязательно отправлять на сайт. Отправляем на сайт выполнять 5 шагов, да, мы это уже говорили. Тот, кто не сделал еще на первой неделе заказ, делаем на второй неделе каталога заказ. Обязательно. Включая супер-пупер предложение распродажи вау-лета. И тот, кто хочет поехать в Анталию, заполняем мне таблицу, заявку делаем. И делаем заявку, я пришлю вам общую таблицу цели на каталог. Должны быть обязательно цели на каталог, чтобы был какой-то результат, тот не какой-то, а тот, который вы хотите. Итак, несколько советов о том, как эффективно работать с новичками и вообще в нашей компании. Обязательно нужно знать своих спонсоров, менеджеров и директоров. И нужно держать связь, нужно выходить на связь. Спонсор достается тому, кто его достает, да, есть такая интересная фраза. Поэтому обязательно сами будьте активны. Активнее общайтесь в скайп-чатах, чтобы он не спал, чтобы он не молчал. Потому что сразу видно, кто активный, кто задает вопросы, кто общается, а кто нет. Даже если вы просто прочитали, отреагируйте. Вот, чтобы спонсор знал, что вы здесь, что вы читаете, что вы в теме, что вы видите. Поэтому проявляйте инициативность, инициативу. И единственный глупый вопрос, конечно, не заданный вопрос. Задавайте, если что-то непонятно. Старайтесь быть сами самостоятельны, да, не ждите, когда вас под пятую точку толкнут, да, пока вам покажут пальчиком и за ручку проведут, что нужно делать. Развивайте лидерские качества, смотрите в Ютубе записи, учитесь, будьте активными. И, конечно же, не бойтесь действовать, потому что только действие дает результат в нашем бизнесе. И успех приходит к вам сам. Успех сам не приходит к вам. Вы идете к нему, да, как альпинисты в одной связке в гору. Поэтому желаю вам хорошей второй недели каталога. Используйте по максимуму все акции, которые компания предлагает. Вот, хорошего вам рекрутинга и до встречи в скайп-чатах.